правления. Сколько он там, папа, правил, не правил совсем. Надо было собрать войско, кто за ним пойдет. Поэтому получилось так, что Великая Персия пала в 330 году до нашей эры. Сейчас мы с вами въезжаем в город Мардавш. Вот в этом городе, ну, в то время это было поселение, и родился и вырос у нас, то есть и дожил до правления до царского Дарий Великий. На сегодняшний день этот город Мардавш входит в состав провинции Фарс. Здесь развито сельское хозяйство, а главное, здесь выращивают зерновые культуры, пшеницу. Богатый городок, потому что у них эту пшеницу распространяют по всей провинции Фарс. Но вот здесь на сегодняшний день тоже из-за этих злаковых он занимает из таких городков одну из ведущую роль для провинции Фарса. Мы когда с вами въезжаем,